Саратове пройдет 6-я международная научная конференция, главной темой которой станет историко-археологическое наследие Золотой Орды на территории Поволжья. 4 и 5 июня специалисты подведут предварительные итоги раскопок на Увеке, а также обсудят дальнейшие археологические исследования городища. С новыми артефактами, найденными на территории Увека, жители области могут познакомиться в Краеведческом музее Энгельса. В ближайших планах археологов сделать древнее городище памятником федерального значения. Создание статуса федерального памятника федерального значения – это создание соответствующей инфраструктуры и создание охранных мероприятий, очень жестких. Это работа с населением, это наложение сервитутов для населения. На Саратовском городище такая система проводится уже более 5 лет. То есть мы просто конкретно работаем с населением, они заключают сервитут. Сервитут в данном случае – это способ, как обеспечить сохранность городища, территории.